Да, парень, ты мне доставил кучу неприятностей. Я хочу, чтобы ты сказал мне, где сейчас девушка с ребенком. Говори, иначе мне придется причинить тебе мучительную боль. Нет ничего мучительнее, чем слушать твою болтовню. Слушай, милая, у меня тут возникли кое-какие неприятности. Похоже, мне придется здесь немного задержаться. Мне нужна помощь, ясно? Мне нужно много людей. Ну что мне оставалось делать? Эти парни преследовали беременную девушку. Я не мог стоять в стороне. Да чтоб тебя, герой хрена. В 10 лет он стал чемпионом страны по стрельбе из пистолета. Его завербовали в спецназ, и там всему научили. Мне нужно 4 обоим 9-миллиметровых, коробку 4,7 и еще 50 FMG. Хотите купить патроны на продуктовой карточке? Это почти наличные. Вам смешно. Почему вы хотите ее убить? И правда думаешь, что люди, нанявшие меня, собирались просто так сидеть? У тебя не получится замять все это дело. Я сейчас не могу говорить, родная. Я тут немного занят. Это мы такой отстой? Или этот парень настолько хорош? Пристрели! Кто ты на самом деле? Я британская няня. И я опасен. Это парень без имени, который вершит свое правосудие. Всадник, несущий смерть и увечья.